Это тунец. Юный. Зовут Бонито. Их не зовут, а называют. Хвост уже отрезали. Сейчас мы будем его резать на сашими. А голову вот где-то так отрежем и запечем. Вот это и это. Щечки получится, наверное, неплохо. Ну, жирного пуза у нее еще нет, но мы посмотрим. В основном сашими возьмем отсюда. Так, ну это для начала. Потом будет лобстер сашими, скеллоп сашими и еще кое-чего. Все. Out.